не вижу никаких горячих источников. Парень сказал, что прямо в конце дороги, так что... А еще он не знал, что у него на плече сидит крыса, так что он странный. Погодите. Ух ты, дорогой, какая красота! Нравится? Да. Ну что, ребята, плавки и купальники, живо! Похоже, мы нашли наш личный горячий источник. Назовем его Гризвольд Спа. Вода потрясающая. Просто удивительная, невероятная. Почему она воняет тухлыми яйцами? О, это сернистый газ, природный. Да, и еще он очень полезный. На самом деле, минералы, которые есть в этой грязи, выводят токсины из организма. Представляете? Круто, да? Обалдеть. Это великолепно. То, что нам было нужно. О, да. Хороший выбор, Гризвольд. Здорово. О, да, отлично. Да, вот так. Я чувствую, как избавляюсь от токсинов. Знаешь, вкус дерьмовый, но, наверное, так и надо. Все нормально. Да. Вот это приключение. Да. Что это у тебя на ухе? Что у тебя на ухе? Что это? А, это ухо! Глянь, Джеймс, я нашел дротик. Ты что, спятил? Быстро все вылезаем из Гризвольд Спа!